Качество продуктов в современном мире оставляет желать лучшего, особенно в недорогом сегменте, но порой даже выложив огромные деньги, можно найти в еде совершенно несъедобные вещи. Мы сегодня посмотрим на 10 ужасных находок в еде. Самый обычный житель Уфы купил пачку молока в ближайшем супермаркете и только допив ее обнаружил там дохлую мышь. По заключению экспертов, мышь стала дохлой несколько недель назад и вполне могла успеть отравить целую партию молока. В 2008 году в Благовещенске женщина в банке пива нашла использованный инсулиновый шприц с остатками крови. То и для чего его использовал, непонятно, и неизвестно, какие вирусы и бактерии плавали вместе со шприцом. Не так давно в Замбии местный господин нашел в пиве дохлую, почти разложившуюся ящерицу. Туземец хотел через суд добиться от пивной компании 15 тысяч долларов компенсацию, но получил всего 400, но зато ящик пива в подарок. В пакетах молока очень часто попадаются неприятные лишние добавки. Например, жительница Челябинска вместе с молоком вылила в кружку использованный, изодранный презерватив. Да, похоже, на заводе кто-то тот еще шалунишка. Литовский преподаватель получил в качестве подарка от учеников конфеты. Через несколько дней он хотел выпить чаю с ними, но прямо в первой нашел осколок зуба. Уже не очень аппетитно, честно говоря, но мужик пошел дальше и нашел еще пару тараканов в конфетной обертке. Один американский подросток хотел отведать свои любимые пепси, но вместо знакомого вкуса он почувствовал противную слизкую массу. На парня из банки смотрел трупик то ли лягушки, то ли жабы, а компания Pepsi заявила, что это совсем не их вина и вообще они тут ни при чем. Ну да, конечно. Жареные мыши и насекомые – это деликатесы, но для китайцев, но никак не для нас с вами. Тем не менее, люди часто находят засоленных или зажаренных мышей в пачках чипсов и сухариков, а особо удачливые находят мясную добавку в хлебе. Иногда в рыбном отделе можно найти рыбу с паразитом, который пожирает рыбий язык и заменяет его. Обычно компании таких рыб отбраковывают, но некоторые экземпляры вполне могут пройти. А если рыба еще достаточно свежая, то этот паразит даже может укусить вас. В Америке одна мама с детьми заказала 2 порции Happy Meal с цыпленком. Дети отказались есть, а вот женщина решила попробовать блюдо и нашла там зажаренную куриную голову. Зато тут можно быть уверенным, что сделано все из куриного мяса. А вот еще одной американке Кларенс Торс повезло больше. Она нашла в упаковке замороженного заварного крема кусок человеческого пальца. Как объяснили в компании, произошла производственная травма, и человечину не успели брать с конвейерной ленты. Ну да, зачем это нужно? Ставь лайк, если не хочешь таких находок в своей еде.